Кокошник – старинный женский головной убор, чем-то напоминает корону. Он является символом русского традиционного костюма. В фондах Ульяновского краеведческого музея хранится 8 кокошников. Все, кроме одного, поступили из коллекции симбирского общественного деятеля, краеведа, коллекционера Владимира Поливанова. В Симбирской губернии кокошники стали носить с 17 века. Характерные для нашей местности были в виде цилиндрических шапок. Позже были завезены кокошники Владимира Ярославской формы в виде полумесяца. Кокошники, как правило, шили из бархата, шелка, украшались позументом золототканной ленты, речным жемчугом, бисером, стеклярусом и шитьем золотой нитью. Причем изготавливались кокошники на заказ профессиональным мастерицам – кокошницам. Такое название этот головной убор получил от древнерусского слова «кокош», то есть «курица». И не случайно. Это головной убор замужней женщины. В день свадьбы невесте подруги одевали кокошник, и, как правило, она его носила постоянно до появления первенца. Потом надевала только по праздникам и торжествам. В будни женщина ограничивалась ношением повойника или волосника, или просто платка. Кокошники передавались по наследству, по женской линии, как еще и символ материнства.